я решила поменять дислокацию своей записи. Джайна, иди сюда. Иди ко мне. Иди ко мне. Ты моя хорошая, иди ко мне скорее. Джайна, ап, ап, ап. О, ты моя собака. Я не знаю, будет тебя видно или нет. Это моя любимая чашка, кстати. Я первый раз за долгое время заварила себе пуэр. Я хочу наладить все-таки регулярность видосов и делать влоги, потому что влоги вообще больше всего мне нравится смотреть и больше всего мне нравится их делать. И я такая думаю, зачем тогда делать что-то, что мне не нравится? А я по-прежнему хочу все же наконец-то разобраться с техническим сетапом и начать делать вот эти вот видео сверху, когда видно, что я рисую, как я рисую. У меня очень хороший штатив, но он фотографический такой стандартный, и у него нет вот этой вот журавлиной головы, чтобы снимать сверху. И поэтому мне все время приходится как-то изгаляться, извращаться. Ну, наверное, всем ютуберам приходится. И надеюсь, что я или куплю себе отдельный штатив, либо как-то этот апгрейд. Ну, в общем, не знаю пока, что буду делать. Я извиняюсь за дополнительные звуки на фоне. Эта собака валяется на кровати и всячески изображает из себя кайф. Я даже нет, я даже должна снять это. Она собачка. Джайна. Вот так вот она валяется. Вот так валяется собака. Кто такой сладкий у меня? Ты такой хороший. Кто такой хороший пес? Пес нос. На этой неделе происходило очень много всего. Мне удалось погулять с подругой, которая в скором времени переедет из Москвы далеко-далеко. И мы с собаками сходили в лес, и это было супер здорово. К сожалению, в тот день я забыла свою камеру, поэтому немножко поснимала на телефон и решила, что лучше влог на телефон, чем никакого влога. Кроме того, на этой неделе был скетчбук-клуб, который я веду. И мы первый раз ходили не в кафе просто рисовать, а в музей. К сожалению, не все вышло так, как планировалось, потому что среди членов нашего экипажа был маленький ребенок, и нам пришлось посмотреть музей и потом все-таки уйти рисовать в кафе. Но я надеюсь, что в это воскресенье я восполню этот пробел и пойду порисую в кафе, и на будущее мы будем стараться лучше как-то планировать наши активности, чтобы закрывать гештальты сразу.
Хочу рассказать о моей любимой штуке, которую мы используем на каждом нашем скетчбук-клубе, и я это использую почти каждый день в жизни. Это оракул, называется современный оракул современной магии, Modern Magic Oracle. Его сделала Лида Павлова, я ссылки оставлю в описании. Самое интересное про этот оракул, то, что он всегда как будто бы попадает в точку. И еще лично для меня супер интересно, что Лида работала над этим оракулом примерно тогда же, когда я работала над выставкой каллиграфической, которая была в начале прошлого года. И самое интересное, что многие карты по стилю как будто бы это вырезаны из моего холста. И когда мы с Лидой это поняли, мы просто обалдели, потому что мы на тот момент не были даже знакомы. Он двухсторонний. Каждая карта может тебе сказать что-то, что ты можешь интерпретировать, но если тебе нужно дополнение, можно перевернуть и прочитать дополнение. Но, в принципе, если тебе достаточно того, какой стороной ты вынул, только можно это использовать. Любительское объяснение, как я сама использую этот оракул. Я обычно, когда сажусь за компьютер, у меня колода теперь либо все время лежит в рюкзаке, либо перед компьютером. Я просто достаю одну карту и как карту дня, о чем мне, на чем мне сосредоточиться, о чем мне подумать. Какие-то, может быть, у меня есть тайны или надежды, или страхи, наоборот. И просто читаю и думаю об этом. Вот я сейчас себе вытащила карту. Застрял в пробке, но все же движется по направлению к тебе. Наверное, это про мой смысл жизни. И если говорить о моем сегодняшнем дне, то, наверное, это... Я бы сказала, что это про достаточно тяжелый конец моей недели, потому что всю эту неделю я боролась с большим сопротивлением в работе, потому что это первая полная рабочая неделя после абсолютно разлагающих любую волю, блин, и мотивацию праздников, которые присутствуют у нас в начале года. И в то время как весь мир начинает Новый год после там, Рождества и после Нового года с новыми силами, полные как бы каких-то мотиваций, вдохновений, то мы, наоборот, сначала разлагаемся, и потом очень долго себя соскребаем в кучу, и мне тяжело давалось. Вот, так что, наверное, мой смысл жизни застрял в пробке. Давайте посмотрим, что написано на другой стороне. Менять все снова и снова, пока это не будет выглядеть непринужденно. Это тоже просто идеально подходит под любой вообще художественный проект. Еще можно ему прям задавать вопросы, например, какие меня ждут выходные. Почему от чая остается налет на чашке? Напиток довольно крепок. Весь мир в кофейной чашке. Видимо, меня на выходных ожидает много кофе, релакса и какой-то сосредоточенности на ритуалах, я бы так сказала. Я не очень хороша в интерпретации, но стараюсь. Кроме того, можно, если вы делаете любые писательские практики, можно их делать с помощью этих карт тоже. Можно доставать свой журнал или дневник, задавать вопрос, вытаскивать карту и писать какие-то ассоциативные штуки, либо просто вытаскивать карту и без вопроса писать ассоциативные штуки. Я сегодня так делала, это очень прикольно. Хочу делать больше, не всегда получается. Вот.
есть такие дамы, которые... Мне вот этот самый цилиндр, вот этот недавно не видел. А фарфор, он сам по себе ближе к стеклу. Он более плотный. Просто от страха умрет. Ну, лучше, собственно, угадать. Хотела поблагодарить за поддержку моих патронов, которые уже почти больше года со мной, моему патреону уже больше года, и часть из патронов со мной практически с самого начала. И сейчас, смотря на год назад, я понимаю, что даже если у меня нет пока финансового гигантского успеха с патреоном, например, у меня совершенно точно есть очень крутой мотивационный успех. Потому что, как любой фрилансер, я иногда страдаю от очень шаткого графика дня, несмотря на то, что наличие ребенка и партнера, который работает в офисе, мне дает структуру, но все равно мне бывает трудно распределить, что когда я должна делать, и какие-то планы относительно того, что я когда собираюсь публиковать на Патреоне, какие отчеты, какие видео, какие фотки, оно как-то мне всегда помогала и создавала структуру. И я думаю, что в 2020-м я буду продолжать уделять внимание Патреону и делать это более регулярно и с большим, еще большим вниманием, потому что я понимаю, что для меня... О, ты мячик мне принесла. Что Патреон как будто бы это и люди поддерживают меня, и я поддерживаю людей, потому что я знаю, что, например, некоторые люди начали делать свой фильм года после того, как видели мой, а я смогла закончить свой, потому что я первые полгода этот фильм выкладывала каждую неделю именно на Патреоне. Очень сложно просто делать проект целый год, который ты нигде не показываешь. А как бы показывать фильм года имеет смысл в конце года, когда ты уже сделал все, потому что иначе это такая какая-то недоделка. А Патреон как раз существует для того, чтобы показывать какой-то background, work in progress и всякое такое. Вот, такие делишки. Так что, дорогие мои патроны, я очень вам благодарна. Спасибо вам большое.